Ребята, здравствуйте! Я, как обещали, ряд тест-драйвов. Жена за рулем, моя супруженька, тест-драйв. Как обещали, да? Серия тест-драйвов. Пилот сегодня Невский отдыхает, и поэтому Катюша решила покататься, показать мастер-класс по лесу. Одно удовольствие, ребят, кататься. Чистота. Приятно. Вообще ветра нет. Великолепно. И снова я с вами, Волченко Сергей, с очередным обзором. Тест-драйв, как и обещали. Ряд тест-драйвов. Hunter 8 Plus, бренд Avantis. Невского сегодня нету. Пилота нашего. Решила супруга у меня покататься, продемонстрировать свой мастер-класс, как она умеет ездить. Взяли квадроцикл в лес. Великолепно, чисто, свежо. Если где-то за городом брать квадрики и кататься, ну это просто кайф. Hunter 8 Plus. Защита рук, спидометр. Квадроцикл комплектуется брелками. Но также квадрик, смотрите, он задний привод, он зарывается прям моментально. Им надо уметь управлять. Снег еще рыхлый, тепло на улице. О, освоилась. Подтолкните, мужчина. Брелком нажал. Ага. Для начинающих, по рыхлому снегу, если будете кататься на квадроциклах. Ни хрена он не едет на одном месте, шлифует. А так вообще, конечно, великолепно покататься, погонять. Просто кайф. Нормально так, ну вроде подвеска работает. Все в порядке. Ну 125 кубов за 90 килограмм. Не, он ведет, видите, да, но догоняем ее. Хотелось бы помощнее, но не будем забывать, что это техника, это детская, ребята. Преодолеваем препятствия. За спиной так Алиса меня отловила. Трайка такая, конопад. Куда ехать? Не ругай. Головой вес, понимаешь? Ну да, прикольно, я так даже не знал.
Но надо потихоньку. Лавирую. Снимала на телефон, так лавирую. Нет. Яночку не дали. Сиди, сиди. Давай, расскажи. Мог на газ нажать? Я боюсь, не хочу никуда. На газ, нажми, помоги мне чуть-чуть. Я согрелся. Мы плывем по каким-то камышам. Приехали. Нас никто не остановит. Да. Нет, это вот. Туда, в сторону дома, обратно, пожалуйста. Надо приключения. Вот, ребята, как он преодолевает препятствия. Разгона пройдем. Разгона. Ребята, для детей по ровному снегу, так, ну так, по небольшим ухабам нормально. Но так, если какие-то препятствия, небольшие нормально, а чуть больше уже там, уже проблема. Но опять же, мы не забываем, что эта техника детская, и она задний привод. Какая еще неспокойность? Коленки, да, перейдем. Или сюда ровно, наверное. Ого, шашлыком пахнет. Шашлыком, может, пахнет. О, пруд, фига. О, ребята, мы на такой пруд выехали. Ну, сюда, наверное. Мы здесь, наверное, не проедем, ребята. Садись за руль, а я тебя потихоньку сзади. Я тебе когда скажу, ну давай, газуй, поехали. Газуй, газуй. Ha ha ha.
да. Хоть. Стройку-то объедем. Наверное. Великолепный лес, хочу подчеркнуть.